надо было тушь завязывать. А ты нырнул, что ли, или что нас летел-то? А Диана, ты видишь? Ну, плыви. Около год. Не около. Не около, но на уровне. Не, ну если ты дашь правее, ты ее ближе к твоему делу увидишь. Короче, Макс, рули на лодку, там увидишь. Да. Я надеюсь, это единственное, что вы потеряли. Она пропитывается водой и падает. Ну все, Макс, забей. А, не, вон она. Слушай, ему оттуда виднее. Не надо ему командовать. Что, те вроде все собрались уже, там стоят, ждут Макса. Короче, ее рыбаки поймали и повязали себе. Он ее не видит, похоже, он оглядывается. По ходу дела она промокла и утонула. Он спрашивает, где, а Иван кричит, где-то здесь. Спасение рядового бандана. Походу дел не нашел. Сейчас все по 30 дней. Вот. Ну,
От юности до Что на Макс? Я люблю с наушниками. А ты 6 спереди, Макс сзади едет. Не, ну просто вкусно не было. Я не люблю все вообще. Факт это тротуары, люди, машины, бегаешь. Пешеход это вообще смертные людишки. Кадры воспринимаем, они 70. Для них это нормально. А. Свернуть там. Мы как нам кажется, что они сейчас прыгаются, а они хотят. Да. А потом это попадет какой-нибудь больной, для которого это очень медленно. У меня там амбы посреди пенки выросли. У меня тоже были, но к концу ночи они перестали быть. С одной стороны, если лечь, там палатка мокрая, а с другой стороны, вон Олеся. Надеюсь, не мокрая? Не знаю, она что-то кривая. Ладно, она зато мягкая. Она все время Максима толкала. Олеся зато мягкая. У меня
там выбора не было, у него эта кочка дурацкая, сама бы там полежала. Под утро уже обниматься, можно было бы к Вере напроситься, если бы до них. Кстати, что вы это самое, действительно, в двухместную палатку втроем напихались? Это не тесно было втроем. Там эти дурацкие кочки. Я спокойный человек, она не будет уснуть. Максим под утро уже обниматься сел. Че? Я слышала, они там оргию строили. А, я там свалила от них. Да, блин, на шеринге дурацкие ситуации попадали. Я пошла спать по-нормальному. Непонятные авантюры ввязываюсь, скажи. Хотя у нас там тоже кочки были. А? В нашей палатке тоже кочки были. Да нет, вообще были сколько я с приходилось весь кочек гадать. Че? Нейтрально, к общему. Надо потом как-то не очень совсем слышать. У нас чать пива все. То есть на кого как? Пиво-то оно не выходит быстро. У меня замедленная реакция. А потом уже чисто привычка остается. Там были выборочные, я бы не знаю, как это.